Губернатор области встретился с депутатом Мосгордумы Марией Киселевой. Обсуждали развитие Орловщины, поддержку СВО. Андрей Клычков отметил, что из нашего региона чаще, чем 4 раза в неделю отправляют гуманитарные грузы на передовую. Солдаты получили уже свыше 3000 тонн продуктов, одежды, средств связи, инструментов, оборудования. Еще одной важной темой встречи стало развитие Орловской области. В нашем регионе Мария Киселева оказалась впервые. Особенно экс-синхронистка и олимпийская чемпионка заинтересовалась популяризацией спорта, а именно его водных видов. В конце года соревнования по художественной гимнастике получили большой запрос от родителей, от спортсменов, от тренеров по художественной гимнастике. А там нужно потолки не менее 12 метров. Высота определенная. Там у меня есть предложение как раз Олег Васильевич, чтобы мы построили 25-метровый бассейн, а вторую часть запланировали для художественной гимнастики. Также спикер облсовета Леонид Музалевский подарил столичной гости цветы.